лучшие люди Земли. Как ваше настроение? Супер! Как добрались? Все выспались? Я вижу ваши счастливые лица, яркие глаза. Вчера был классный день. Я уверена, что сегодняшний день будет такой же классный, как и вчера. Сегодня будет также много незабываемых выступлений, много чего интересного сегодня вы увидите. И если вы готовы воспринимать информацию, готовы? Давайте будем начинать. Точно? Замечательно. Ну давайте, прежде чем я начну, мы познакомимся. Пошумите, пожалуйста, те, кто меня знает. Так, а теперь пошумите те, кто меня не знает. Ну, давайте будем с вами знакомиться. Меня зовут Катерина Шорохова. Я партнер компании Global Intellect Service. Есть такая очень интересная фраза «большое видится издалека». Возможно, вы слышали о такой фразе. В бизнесе я 6,5 лет. И спустя это время я увидела очень интересную вещь, о которой сегодня буду вам рассказывать. Я взглянула на наш бизнес немного с новой, с другой стороны. И этому способствовало, значит, одно интересное интервью. Это, наверное, было где-то месяца полтора назад. Я смотрела канал Юрия Дудя. Кто смотрит? Кто подписан на канал YouTube «Вдудь»? Есть такие? Так вот, я увидела одно интервью. Юрий проводил это интервью с известным блогером, ютуб-блогером, путешественником. Его зовут Руслан Усачев. И Руслан в своем интервью сказал очень интересную мысль, которая меня как раз-таки сподвигла на то, чтобы, ну вот о чем сегодня буду рассказывать, да, на определенные мысли. И прежде чем я поделюсь этой мыслью, я хочу, чтобы мы сейчас с вами посмотрели небольшой отрывок этого интервью. Я прошу включить видеоролик. Можно я скажу, зачем путешествовать надо? Помнишь, как в детстве у тебя время тянулось, как много всего можно было успеть за день? С возрастом день короче становится, потому что ты ничего нового не делаешь. Субъективно твое время, оно сжимается, и вроде как ты ничего особо не сделал, а день прошел. Считаю, что одно из самых лучших решений — это, собственно, поиск новых эмоций. И путешествие, оно позволяет растягивать тебе твое субъективное время. Когда ты сам едешь в отпуск, и когда твои знакомые ездят, вот ты мог даже не заметить, что они, ну, типа... Уехали. Они уехали, да. Они такие, мы уезжаем на 2 недели, такой, а что, 2 недели уже прошло? Соответственно, когда ты уезжаешь в отпуск, ты возвращаешься такой заряженный, рассказать кучу историй, а люди как-то не успели по тебе соскучиться, потому что у вас субъективно по-разному время шло. И если ты хочешь дольше жить, тебе помимо здоровья нужно растягивать свое субъективное время. И поездки для этого — это один из таких чит-кодов. Спасибо. Вы заметили, вы смотрите, в общем, о чем он говорил? О том, как мы можем с вами субъективно растягивать наше время. Но, и он говорит о путешествиях, да, но это всего лишь один из возможных вариантов. Но я обратила внимание немного на другое. Помните, он сказал о том, чтобы растянуть время, нужен поиск новых эмоций. Так вот, меня зацепила идея о том, что нагрузка мозгов позволяет нам с вами продлевать жизнь. И благодаря именно этой идее я взглянула на наш бизнес по-новому. А как именно, я вам сейчас расскажу. Но прежде чем я с вами поделюсь своими мыслями, у меня к вам будет вопрос. Сколько лет вы собираетесь жить? Сколько лет вы собираетесь жить? Прямо озвучивайте цифру. 95. 150. 1000. Вечно. Сколько лет вы собираетесь жить? Сколько? Внимание, вопрос. Кто-то еще поделится? 95. Сколько? 500. Сколько? Всю же... Сколько лет? Слушайте, а как вам, вот я слышала 95, 100, а как вам идея жить еще дольше? Вот представьте, что вы доживаете в здравом уме, в здоровом теле, до того времени, чтобы увидеть не просто там своих внуков,
правнуков, а возможно увидеть своих праправнуков. А как вам идея дожить до такого времени, чтобы увидеть какие-то совершенно новые технологии? Смотрите, а интернет когда появился? Сколько лет назад? Вот буквально недавно. А как сильно поменялась наша жизнь? Меня лично очень вдохновляет вот эта вот идея узнать, а что будет дальше? Кому интересно, а что будет через 50 лет, а через 100? Не просто там предположить, да, а прожить своим опытом. И, не знаю, меня это очень вдохновляет. Или, например, дожить до 2100 года. Представляете, дожить? Мне в том году будет 119 лет. Классно? Попасть в новый век. И, смотрите, на самом деле, сегодня наше тело имеет возможность жить дольше. И этому способствует на самом деле огромное количество того, что происходит сегодня с нами в жизни. Даже если взять, например, сегодня строятся какие-то новые ЖК, да? Вы видите, что сразу же? Тут же сразу же спортивная площадка, есть даже специализированные площадки там, для волейбола, для баскетбола, там дорожки для велосипедные, для скейтеров. Это на самом деле сегодня очень популярно. Сегодня популярно заниматься своим телом. Сегодня это круто, сегодня это модно. Я сама занимаюсь бегом. В теплое время года я езжу на пробежку в лес. У нас есть там специально оборудованный парк в Тюмени. И мне очень приятно видеть, когда мне навстречу там идут бабушки, дедушки, знаете, скандинавской ходьбой занимаются. Молодые ребята, люди моего возраста, там несколько площадок. И все занимаются спортом. Сегодня быть спортивным модно. Даже, смотрите, есть такая очень интересная новая профессия, называется нутрициолог. Да? В прошлом году я ходила к такому специалисту, он, значит, по анализам посмотрел на мое тело, сказал, какие витамины пить, какие не пить, что можно есть, что нельзя есть, что полезно именно для моего здоровья. Я вообще узнала в 39 лет, что, оказывается, мне нельзя пить коровье молоко. Только в 39 лет. И смотрите, в чем тут идея. Идея в том, что сегодня все абсолютно способствует тому, чтобы мы с вами продляли свою жизнь физическую, свое тело. Наверняка тут каждый пятый из вас, да, каждый пятый из вас занимается спортом. Есть такие? Поаплодируйте. Кто занимается любым? Да, может быть, это танцы, любая физическая активность. Любая физическая активность. Ведь сегодня же что? Сегодня не так, как раньше. Там, сегодня не модно пить, сегодня не модно курить. Да? Сегодня что модно? Еще и в Инстаграм показывать, как ты занимаешься по-настоящему спортом. Так вот, смотрите, с этим все окей. Да? Но что происходит? Сегодня в большей степени страдает наш мозг. Сегодня мы с вами свою память передаем куда? В облако хранения, да? Давайте самый простой тест. Кто из вас знает наизусть хотя бы 5 номеров телефонов? Есть такие люди? О, слушайте, прикольно. А есть кто помнит 10 номеров телефона? Поднимите руки. Слушай, ну вы прям красавчики. Я вам аплодирую. Смотрите, в чем идея. Сегодня мы очень многие вещи отдаем на хранение куда-то в облако. Да? Сегодня мы с вами не тренируем мозг, как это было раньше. Раньше мы все номера телефона знали наизусть. И от этого наш мозг начинает, ну, он становится менее подвижным, менее активным. И когда я начала разбираться в этой теме, значит, что я для себя узнала? Есть очень интересный, значит, биолог, кандидат биологических наук, ее зовут Татьяна Черниговская. И сегодня вообще она говорит о том, что вот вообще она в принципе подняла проблематику работы мозга. Она говорит о том, что мы сегодня деградируем, о том, что, значит, мы там очень много времени проводим, значит, в соцсетях и так далее, и так далее. И на самом деле это так. И когда я начала копать глубже, начала изучать какие-то статьи, смотреть видео, я увидела такую общую интересную тенденцию. Сегодня в научных кругах очень популярна тема нейропластичности мозга. Сегодня прям есть на канале YouTube очень много видеороликов, а как вообще укреплять свой мозг, как его развивать. Так вот, одно из самых таких, наверное, доступных и популярных для развития нашего мозга – это первое –
это овладение новым иностранным языком. И второе, самое популярное, это овладение каким-то новым игре на музыкальном инструменте. То есть это не просто вы почитали книжку, это не способствует развитию, да, не способствует развитию нейропластичности мозга. Это история просто для того, чтобы ну, вы почитали, память укрепили. А вот как раз-таки над этим работают сложные системы. И вот такие системы, которые я вам привела в пример. Я сама тоже начала заниматься очень активно таким интересным развитием, как танцы. Я танцую вообще с детства, но в последнее время я стала еще больше заниматься. Я танцую в студии Майкла Джексона. Есть фанаты Майкла Джексона? Вас много, но спасибо, да. Так вот, это, кстати, тоже один из способов. Почему? Потому что там мы занимаемся, делаем какие-то упражнения, всегда разучиваем что-то новое, потом закрепляем и дальше, и дальше, и дальше. Плюс еще подключается тело. Так вот, скажите, пожалуйста, когда последний раз вы загружали свой мозг? Когда последний раз вы загружали свой мозг? А почему мы с вами это вообще не делаем? А потому что на это нет времени. У большинства людей на это просто нет времени. Вы знаете, когда я работала, я была консультантом по рекламе, у меня было такое представление о том, что в 65 лет я выйду на пенсию, у меня будет очень много времени для себя, я буду это время тратить на то, чтобы заниматься исключительно собой. У меня, знаете, такое было предвкушение, что вот я сейчас наработаюсь, а потом буду отдыхать. Знаете, заслуженный отдых еще есть такое выражение. Так вот, и я заметила, что последние 2 года здесь, будучи в бизнесе партнером, я себя ощущаю вот по-хорошему пенсионеркой. Вот как я себя представляла, когда, знаете, просыпаешься во сколько хочешь. Захотел утром, поехал в лес погулял, встретился с друзьями, там, попутешествовал, куда-то съездил. И я стала себя отлавливать на том, что в последнее время я ощущаю себя так, как я ожидала, что случится со мной через большое количество времени. Недавно на переговорах я познакомилась с девушкой, молодая, интересная. Девушка занимается продажами. И я спросила ее, говорю, слушай, а что бы ты, какой твой идеальный день, что бы ты хотела делать? Она мне рассказала о своем идеальном дне. Я спросила, а чем бы ты хотела заниматься, ну, чем-то новым? Она говорит, слушай, я хочу заниматься вокалом. Я говорю, круто, а почему не занимаешься? Она говорит, а у меня нет времени. Потому что с утра я ухожу на работу до 6, вечером я приезжаю домой, занимаюсь семьей, ну и выходные. Я сама вспоминаю себя, знаете, какие у меня были будние дни. С утра до вечера я на работе, вечером приехала, занялась там семьей, ужин. Если мне повезло, то у меня останется время на пробежку. Выходные проходят как? Я сплю до обеда, потом вечером встречаемся с друзьями, играем в настольные игры, пьем вино, потом снова нужно отоспаться, днем съездить за продуктами, вечером можно посмотреть кино и заняться уборкой. Вот так проходили мои, не знаю, там несколько лет, потому что не было времени на себя. Так вот, смотрите, мы с вами приходим в бизнес зачем? Мы приходим за деньгами. У меня есть приятель, значит, он мне говорит, Кать, он сам вообще работает в найме, он на одной из руководящих должностей одной известной нефтяной компании. И он говорит, Кать, ты знаешь, у меня с деньгами это все классно. У меня нет там потребности только зарабатывать, но у меня нет времени на себя. Я хочу больше заниматься шахматами, я хочу заниматься борьбой. Он говорит, я даже не могу завести собаку, потому что не с кем ее выгуливать. Я с утра до вечера на работе. Так вот, смотрите, какая интересная вещь, что я поняла. Я поняла то, что здесь, в бизнесе, спустя время, я получаю не только деньги, я получаю самый ценный ресурс. Самый ценный ресурс нашего человечества – это время. И время для себя, для своего развития. Как я буду распоряжаться этим временем – это второй вопрос. Но самое интересное, что я понимаю, что бизнес дал мне это время и время, где я могу заниматься развитием своего мозга, о чем я начала говорить. И выходит так, что, по сути, наш бизнес дает то самое время, которое позволяет нам с вами продлевать жизнь.
Скажите, пожалуйста, а как давно вы хотели освоить что-то новое? Есть такие, вот как девушка хочет заниматься вокалом, есть что-то такое, что бы вы хотели освоить? А что? Английский язык. О, играть на барабанах. Кстати, очень прикольно, я пробовала. Музыку писать? Кайф. Что еще? На рыбалку Доминикана. Рига. Чем бы вы хотели вот именно заняться чем-то новым? Танцами. Вот, да, видишь, Валера, танцами. Ага, слушайте, а давайте вы сами себе сейчас дадите обещание, что по приезду домой вы просто, не знаю, запишитесь на какой-то пробный урок. Вот у меня сейчас есть желание начать заниматься танцами на пилоне. Я хочу научиться играть на большом теннисе. У меня есть это в целях, я приеду точно, запишусь на какое-то пробное занятие. И смотрите. У каждого из вас есть какие-то сейчас желания, да, кто-то их сказал, озвучил, кто-то, может быть, просто промолчал и уже об этом подумал. Как вам идея закрепить вот это намерение, да, что-то начать делать новое, заниматься собой? Значит, каким способом? Я придумала небольшое стихотворение. Вот мы сейчас с вами начнем, знаете, прямо сейчас, не отходя, как говорится, от кассы, начнем с вами заниматься и тренировать наш мозг. Я сочинила небольшое стихотворение и хочу, чтобы мы с вами его сейчас разучили. Как вам идея? Будем учить? Супер. Смотрите, я сейчас его включу, мы с вами три раза его повторим, потом я выключу, и нам нужно это будет уже рассказать наизусть. Готовы? Итак, читаем вместе. Чтобы время растянуть, как рассказывает Дудь, нужно мозгом шевелить, интересы находить, позаботиться о теле, разобраться в нашем деле. Если хочешь долго жить, надо с UDS дружить. Давайте все вместе. Давайте, что я одна? Мы же вместе с вами мозг тренируем, правильно? Давайте еще раз. Чтобы время растянуть, как рассказывает Дудь, нужно мозгом шевелить, интересы находить, позаботиться о теле, разобраться в нашем деле. Если хочешь долго жить, надо с UDS дружить. Повторим еще раз, и я потом выключу. Готовы? Давайте. Чтобы время растянуть, как рассказывает Дудь, нужно мозгом шевелить, интересы находить, позаботиться о теле, разобраться в нашем деле. Если хочешь долго жить, надо с UDS дружить. Готовы? Давайте поехали. Все, сейчас уже не подглядываем. Чтобы время растянуть, как рассказывает Дудь, позаботиться, разобраться в нашем деле, если хочешь долго жить. Молодцы! Молодцы! На этом я заканчиваю, ребят. Что я вам желаю? Как вам идея собраться нам с вами лет через 50 здесь, может быть, на какой-то другой площадке? Нравится вам идея? Представляете, мне будет 90 лет, все нормально, я планирую жить долго. Как вам идея собраться вот прямо сейчас уже начать? Это же простые вещи. Это очень простые вещи, которые просто нужно начать и приступить к делу, да? Ну что, на этом все. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня замечательными слушателями, за то, что вы сегодня уже с утра начали что делать? Работать мозгом. Всем большое спасибо, всем долгих лет жизни. С вами была Катерина Шорохова.